Здорово, молодые, пожилые и безбашенные скайримщики. Сегодня я вам покажу интересную дыр-очку, которую мне удалось найти совершенно недавно, когда я проходил на трансляции дополнения Даунгард. Кто я, Даун? Неважно. Дело в том, что я пытался там найти в одном месте один сундук, как мне казалось, будет весьма логично там расположить. Но вместо этого там была такая вот определенная дырочка, которую я вам хочу и показать. И это меня очень сильно удивило при прохождении данной локации. Пожалуйста, поддержите по-быстренькому данное видео Лукасом, подписочкой и, конечно же, огромное спасибо вот этому списочку людей. Благодаря вам и вашей поддержке канал все еще держится на плаву. Ну а мы не будем тянуть пещерочку за дырочку, погнали по Некселю КСТА. Вот смотри, казалось бы, плавает огромная глыба льда, и по-любому за ней должно быть что-то интересное. Здесь я рассчитывал найти какой-нибудь сундук или, может быть, скелета, которого, как всегда, придавило каким-нибудь камнем, но нет. Здесь нет никого и ничего, по крайней мере, на поверхности. А если мы погрузимся в воду и желательно выпить перед этим какое-нибудь зелье, например, на водное дыхание, то мы сможем обнаружить вот такую вот интересную дыромаху, которая ведет черт пойми куда. Когда я тут проплыл первый раз, я на самом деле чуть не задохнулся. И что-то мне подсказывает, что это место единственное вообще в игре, где действительно может помочь водное дыхание. Ладно, не имеет никакого значения. В общем, тут фалмеры как будто летают. Знаешь, они такие снизу вверх так вот потихонечку всплывают. Довольно жуткое зрелище. Можете написать в комментариях, что вам напоминает данная картина. Никаких подводных сундуков здесь не имеется. Лишь несколько, где-то штуки 4, может быть 5 фалмеров, которые потихонечку всплывают наверх. И у них там всякие уши, золото, отравы есть всякие разные. Но в целом лут, конечно, не богатый, но место интересное. Да, блин, уже 11 лет прошло, а все еще что-то да получается находить. Так, Светлана. Извиняюсь, там просто Светлана звонила, и это по поводу смены интернета. Неважно, все нормально. В общем, я что хотел сказать. Большое вам спасибо за просмотр, хорошего вам настроения, дня. Ну а я пойду, как всегда, по Некселю. Пока-пока. Муа.